Такие пакеты мы сегодня будем раздавать горожанам. Это пакеты для мусора сухого, это стекло, бумага, и пакеты для органического мусора, для пищевых отходов и подобного. Система простая. Пластик, бумага, стекло в синий пакет, остальное в серый. Волонтеры и сотрудники ДЭС ЖКУ приучают химчан к раздельному сбору отходов с малого. Сегодня вышли на улицу и бесплатно раздают сортировочные пакеты для мусора. А еще листовки, где о программе РСУ можно узнать больше. Спасибо. Система 2 бака. С нее начнут прививать культуру сортировки. Мусорные контейнеры двух цветов уже появились в химкинских дворах. С 1 января введена новая система обращения с коммунальными отходами. Теперь мы разделяем мусор и его перерабатываем. Соответственно, это очень важная акция, потому что проект сам зависит исключительно только от социальной направленности жителей к реализации его, потому что без них ничего не получится. Разные виды мусора вывозят специальные автомобили. Грузовики синего цвета отвечают за чистые отходы, серые – за органику. После мусор едет на перегрузочную станцию и только потом на полигоны, где его прессуют и перерабатывают. Со временем такая система поможет избавиться от свалок.